Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Я очень рад вас видеть, я надеюсь, что вы меня тоже, не без того. Я вас благодарю, как всегда, за то, что вы поддерживаете канал, за то, что вы пишете комментарии, я их читаю. Сегодня обчитался просто про Джона Леннона, просто обчитался комментариями и получил удовольствие, надо сказать, от того, что мнения разные у всех. А это правильно, не должно быть единого мнения по любому вопросу. Я надеюсь, что все меня правильно поймут. Извиняюсь, если что. Должны быть разные мнения, потому что все люди разные. Одинаковых людей не бывает в природе. За всю историю существования человечества не было ни одного человека, похожего на другого. А если человек хочет стать похожим на кого-то, то он просто не очень умный. Но неумных людей тоже много, поэтому много похожих. Вот такая история. Ну, а я что хочу сказать? Я тут на даче вспоминаю пластинки хорошие, любимые, которые у меня и на даче лежат, и некоторые я таскаю из города сюда. И хочу сказать очередную мудрость веков. Я же излагаю мудрость веков обычно, да? Вот. Мудрость заключается в том, что рок-музыка – это музыка молодых. Вот. Какого бы возраста не были эти молодые. Дело не в возрасте, не в количестве лет. Человек либо молод, либо стар. Это тоже мудрость, да, еще одна. Вот. И рок-музыка – это музыка молодых. Достаточно посмотреть на Мика Джаггера, чтобы в этом убедиться сейчас. Абсолютно молодой человек, 80, сколько ему там, 5 лет или сколько, 4, 3, я не помню сколько. Ну, в общем, уже 9-й десяток пошел, а он все еще молодой. Что подчеркивает мою правоту, да? Так вот, и я хочу одну из пластинок вечно молодых показать, которая мне очень нравится, Deftones White Pony. Пластинка вышла 24 года назад, но до сих пор молода и свежа, как просто зеленый огурец. Так вот, так получилось. Некоторые, кстати, пластинки очень быстро стареют. И очень просто определить, хорошая это рок-музыка или плохая это рок-музыка. Если, или даже не рок-музыка, а просто музыка. Если какая-то музыка кажется устаревшей, значит, это неправильная вещь. Например, там Мадонна или что-нибудь там еще такое же в том же духе. Хотя это не рок никакой, конечно. Что-то вдруг у меня вырвалось. Так вот, Deftones, 2000 год, White Pony. Считается, что это самый лучший альбом. Я не знаю, там считается, не считается. Мне до этого дела нет, честно говоря, никакого. Ну, критики все пишут, что да, это самая круть. Продажи тоже вроде, по-моему, это самый продаваемый альбом Deftones, хотя не знаю, сейчас новые, мне, кстати, новые альбомы, их очень нравятся, последние два просто, я с удовольствием слушаю. Ну и это тоже мне очень по сердцу, потому что музыка совершенно молодежная, и, в принципе, этот альбом лучше всего подходит, наверное, для людей, которым физический возраст которых... Это где-то 17, 18, 19, 20 лет. Нет, 20 уже поздновато. Но это не исключает того, о чем я сказал выше, о том, что эта музыка вневременная, хорошая, и не стареет, и не устареет никогда, на самом деле. Это такая корневая вещь. Кто бы что ни говорил там в комментариях, что а, это там попса там, или что-то там такое современное... Молодежное бренчание. Молодежное, да, но не бренчание. Так вот, почему я так считаю? Потому что в возрасте как раз 17-18 лет очень остро переживается все, что происходит. И вовне, и внутри. И молодые люди 17-18-19, они настолько чувствительны, настолько тонки в своем восприятии, в своих чувствах, что... Переживания их, ну, в разы сильнее, острее, мощнее, чем переживания, скажем, мои.
или там людей, которым там 35 лет, там 30-45. Каждый это испытывал на себе, да. Первая измена девушки, первая несчастная любовь, хотел сказать, первая двойка в школе, но в 17 лет уже вряд ли. Ну и первая двойка, когда ты в первом классе учишься, это такой шок. Это сравнимо с какой-то трагедией 50-летнего мужика, у которого дом сгорел, или что-то такое в этом роде. Да. Ну а 17-18 – это вот любовные переживания, это, конечно, это кошмар, это на разрыв души, это так, такого может человек наворотить. И, конечно, внутри все бурлит, все кипит, все... Все горит, хочется уничтожить этот мир, или не уничтожить этот мир, или что-нибудь такое сделать, или просто лечь на диван и лежать сутками. И вот это состояние прекрасно отражено в музыке Deftones на альбоме White Pony. И я не скажу, что это депрессия, ни в коей мере это не депрессия, это как раз именно то состояние, внутреннего бешенства, внутреннего непокоя, я бы так сказал, очень молодых людей. Возраст не играет роли никакой, потому что люди вполне уже не подростки, это, конечно, сочиняли и исполняли, и записывали. Но что мне нравится, что переживания как раз спроецированы из молодости в зрелость и донесены до нас зрелыми людьми, и мы в зрелом возрасте можем переживать, вновь возвратиться в юность и пережить те самые острые моменты, которые когда-то мы переживали. Вот. Вот. Ну, я иногда психологом подрабатываю, нужно же на что-то пластинки покупать, поэтому работаю с клиентами. Вот. Ну, в общем, музыка очень хорошая. Конечно, она весьма странная, и, на удивление, при всей своей жесткости, агрессии, резкости и громкости, она комфортная. Она так записана, что она комфортная, несмотря на то, что Чино Морено орет страшным голосом, или не орет, а стонет, поет эти его длинные ноты, когда музыка очень быстрая, она несется вперед, а Морено сверху плачет, стонет, стенает, страдает, рассказывает страшные истории про изнасилование и про прочие разные неприятные вещи. Про городскую жизнь, про жизнь, которая нас окружает. Да, она достаточно жесткая, но прекрасная. Я ее люблю очень. И это такой контрапункт, извините за выражение, который очень цепляет, и так плывешь по волнам голосовой мелодии Чино Морено, а снизу подталкивает инструментальная составляющая, бешеная. И очень здорово. Вот это вот первая песня Фетти Тейра, она сразу начинается с адских просто гитар, одной другой сразу. И кажется, что сейчас заорет Морено, там рэп какой-нибудь зарядит на... сверху на этой штуке. Ну нет, он начинает... Вот это вот. Вот. Но не так, как я спел, а гораздо более плаксиво и страдальчески. И так мне это нравится, очень здорово. На самом деле, моих любимых песен здесь немного. Хотя весь альбом я целиком слушаю, но цепляет меня... Что, тинейджер, конечно же. Конечно же, тинейджер. С началом на акустической гитаре, и потом в разлет просто уже по полной схеме все подключаются, и вот это вот тинейджер такой медленный и печальный. Каким и должен быть тинейджер? Все тинейджеры медленные и печальные. Только на концертах они распрягаются, кричат, скачут, выплескивают то, что накопилось у них за период медленности и печальности, а потом опять уходят в медленное и печальное существование. Но вы же были тинейджерами, вы же знаете это все, да? Потом, конечно же, Passenger.
На ум сразу приходит Игги Поп со своим пассажиром, который едет в машине, смотрит по сторонам на город и мимо проносится здание, точнее, он проносится мимо зданий, мимо проституток, мимо полицейских, мимо жизни ночного города, интересной, насыщенной, яркой и затягивающей, да. И он едет, несется, несется, а здесь пассажир, здесь человек уже приехал явно. Он явно приехал. Машина остановилась, хотя его там изнасиловали уже в машине пару раз. Вот поэтому он и приехал. И он смотрит на окраину города. Это мое восприятие, это я не текст перевожу. И видит, что за окраиной города нет вообще ничего. Вот город закончился, в котором его изнасиловали. Ее, или его, или ее, да, неважно. А дальше ничего нет вообще. Темнота, тусклые звезды, неяркие звезды, да, в южном небе. Тусклые мертвые звезды, больше ничего нет. Вот такая песня «Passenger», очень хорошая. Я с таким удовольствием ее слушаю, представляю вот эту картину, когда ехал, ехал и приехал. И это отражает... Что отражает, я даже не хочу говорить. Но что-то отражает. В общем, мы ехали, ехали и приехали. И очень хорошо. «Knife Pity», конечно. Конечно, это лом, это жуткий, кайфовый, неожиданный выход из монотонной гармонии, что во всех песнях. Вообще практически там один в одном аккорде. Риф висит, и на этом рифе там наворачивается дальше все прекрасное. Но на FPT там такой рефрен, такое разрешение, такой бэк-вокал удивительный, яростный и улетающий вверх. Ох, как хорошо, как хорошо. А навороты вовсю идут. Чудесная вещь, демонстрация того, как в одном аккорде можно наиграть музыки на... три симфонии. Вот. Без этих самых, без вот этих самых, это вам не Роберт Фрипп, да, это вам не Стив Хэкет. Не надо вот это много там. И аккордики меняются, внутри уменьшенные. И там... И страх такой, страх и ужас в Лас-Вегасе. Кстати говоря, да. И ненависть. В Лас-Вегасе. Ну, Digital Bath, конечно, ударные, похожие одновременно и на Джона Бонома, и на Стюарта Копленда. Такой микс по драйву, по мощи, по звуку. Это вам Джон Боном, а по партии, по размеру, это Стюарт Копленд. И так это сразу понимаешь, что это рок, да, это вам не что-нибудь такое, а рок. RX Queen, конечно. Конечно, RX Queen. Опять барабанные чудеса. Опять вспоминается Стюарт Копленд, но уже без Джона Бонема. Уже как-то так попроще, я бы сказал. Но размер все равно сложный, все равно это оттуда все, от группы Police немножечко, да, приходит. И очень кайфово. Ну и, конечно, финальная песня, вот это на 7,5 минут Pink Maggot. Это... симфония под названием «Ложись и помирай». Ну, в хорошем смысле. Не то, чтобы «помирай», а «Ложись и помирай» фигурально. Поэтически. Поэма такая. Поэма современный, гитарный, тяжелый рок минималистической симфонии. Песня просто... Она и подавляет, и окрыляет одновременно. И хочется и уползти, и одновременно с этим улететь. Вот такая история. В общем, Deftones, вот эта пластинка, она очень хорошая. Вообще, мне все пластинки Deftones нравятся. Я про одну, по-моему, рассказывал, да, я уже забыл, по-моему, есть ролик. Расскажу про все остальные. Ну, с метафорами моими, потому что
так интереснее, мне кажется. Мне главное же ощущение, эмоции, которые ты испытываешь от прослушивания музыки. Для этого музыка и пишется, а не для того, чтобы разбирали, кто кому набил морду, кто напился во время записи, кто там спал в студии. Пришла Йоко Оно, спала в студии, и от этого группа Битлз развалилась. Ух ты, ё-моё! Вот такие. Я читаю такие комментарии, кстати, тоже есть. Это все неинтересно. Интересно то, что мы слышим, и то, что мы переживаем. Поэтому я вам посоветую что? Я вам посоветую, вы уже знаете, что есть побольше острого, соленого, жирного и много.